салам, ребят, с вами, как всегда, Нады Тренер! И, ребятки, сегодня я придумал прикольное шоу против ютуберов. Я хочу попрокачивать ютуберов, но, если у них, конечно же, получится меня победить. Почему, спросите вы меня, так я вам объясняю, ребятки. Сегодня у нас будет дуэль за прокачку, но это будет не просто дуэль, а она будет со следующими условиями. Ведь я буду делать ее в кастомном лобби и сделаю кое-какие настройки, которые я вам сейчас покажу. Но настройки в игре будут у нас... следующим образом, у противника нашего, кто будет против нас играть в дуэли за прокачку, будет скорость персонажа 0.5, так как он будет за Т-сторону изначально, мы поставим 0.5 ему, и урон будет только в голову у него регаться, ну а по остальному все как обычно. Но при смене сторон я буду играть со скоростью 0.5, и урон будет только в голову у меня. В этом и заключается тоже сложность, но я думаю, я справлюсь. Учитывая все эти сложности, я буду играть против ютубера. Он будет офигевать, потому что я ему не буду говорить, какие я поставил настройки. Но потом, при смене сторон, конечно же, буду страдать я, и есть большие шансы проиграть. Но, как говорится, я готов тратить свои деньги, и это очень интересно будет посмотреть на скилл друг друга. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком и погнали к ролику. Алембула! Легенда с Алембула! Слышь, ты что сделал? Ваня, сегодня у нас с тобой, как я и говорил, для подписчиков дуэль за прокачку, но ты не знаешь условия этой дуэли, так, я даже к тебе подбегать пока не буду. Погоди, как? Что за фигня? Как я должен передвигаться? Я до планта буду час идти. Так, в этом фигня? Ты еще и за Т-сторону изначально. Но! Знаешь, что плюсы у тебя, Вань? То, что, как, ну, хотя бы пару раундов, если возьмешь, при смене сторон на этих условиях буду играть я, и ты можешь камбэк. Все. Не, мага, забей. Значит, тут уже будет этот камбэк легендарный на второй половине. Вань, первая хаешка в тебя 100% залетает, потому что медленно бегаешь. Не-не-не, невозможно. Да, возможно. Ну, то есть, ну, я же знаю, где ты примерно бежишь. Ага, увидел уже тебя. Здорово. Чё стоишь? Уйди. Я вижу, как ты убегаешь. Да иди. У меня 3 хп осталось. Ты чё делаешь? Ты чё дигл купил? Ну, Ваня. Ну, ты только капетнулся, уже позоришься, Вань. В смысле позоришься? Это тактика моя. Дигл-то по голове. Чего мне играть? Ты мне поставил передвижение, как у черепахи. Погоди, дай я добегу хотя бы до дома. Это ты медленными шажочками ходишь, понял? Пожить. Как я с М40 должен прыгать? Подожди, как... а почему я тебе подаваться должен? У нас с тобой дуэль за прокачку. Если ты проигрываешь, ты меня прокачиваешь. Ты офигел? А у тебя скорость нормальная? Ну, конечно, у меня обычные настройки. Куда ты гранат кидаешь? Я еще со спауна только выхожу. Понял. Я думал, ты уже добежал. Ладно, подождем так-то. Я чаек пока попью, Вань, давай ты беги. Я успею колы попить? Как до дома-то дойти? Ты тупоголовый! Чё ты меня заскамил? Я колу открывал. Заскамил маунты, как говорится, на прокачку. Так, мага, у меня к тебе деловое предложение. Ага. Давай ты сейчас еще постоишь, колу попьешь, я тебе, ну, еще повыношу пару раундов. Давай, попью колу. Давай. Я уже на лонгу бегу, если чё. Ты чё, офигел? Согласись? Я нашел тактику. Согласись, как будто бы время замедлилось, да? Так играть. Как будто у меня клавиатура сломалась, я уже хотел клавиатуру разбить, когда зашел. А, всё, ты в домик забежал уже, я видел тебя. Стой! А это единственное, что у меня? Да ты офигел! Попади! Я ж попал, что за фигня? Нет. В смысле попал? Ты что за фигня? В смысле? Да ты задолбал! Ты попал? Да! О, хаешка не попал. Да что ты делаешь? Как мне жить? Живи, брат! Я иду к тебе. 70 хп. У тебя 70 хп? Да. Давай, иди сюда. Уйди от меня. Здорово! Что ты делал? В смысле ноль? Это невозможно. В смысле ноль? Я же попал по тебе много раз. Не считает хиты, что за фигня. Ты попал по мне? Да. Блин, может стендов лагает? Ты чё, какой лагает, я точно видел. Но там не засчитывает, как будто у меня просто пинг 100. Да, не 100, а даже, не знаю, 500 где-то. Так, не, скорее всего лагает, Вань. Можно такая. Вань, чё, как тебе камбэк стендов? Нравится новый стендов? Ну вот с тобой в дуэли пока не нравится, а так, да, нравится. Так, а так, ты где, Вань? Как я должен играть? У меня даже денег нету. Ты что, мне денег поставил 2000, блин, на раунд? Нет, у тебя нормально денег. Давай на ножах мид. А, мне бы еще до мида дойти. Ну ладно, давай. Давай, я тебя подожду, ничего страшного.
Ну только без оружия, если что. Давай, 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 давай. Да, конечно, без... Я чё, крыса, по-твоему? Ну, учитывая то, что ты мне поставил какие настройки, я не знаю уже, что... Так, ну, это специальные правила шоу. Я потом, когда смена ставлю... В смысле, ты чё? Так я мимо тебя, чтобы напугать. Давай, на... Выкинь, дигл, тупоголовый! Давай, на... Да выброси, давай, на ножах, честно играю. Ты ползёшь к нему так угарно. Давай. Вы, слышь, убери, убери... Ты чё ко мне его кидаешь? Иди отсюда. Подобрал дигл, мага. Алло, осуждаю дигл, я тупоголовых выбросил. Иди сюда, ко мне. Все, давай на ножах, погнали. Опа. Да! Что? Погоди, ты чё мне поставил? Я тебя в тело ударил, у меня хит не засчитался. Чё это было, мага? У тебя лагает компьютер, походу, я не знаю, брат. Да какой компьютер лагает? У меня нормальный компьютер, блин, чё ты гонишь? Я тебе реально говорю, я не знаю, что за фигня. Так, ладно, я беру авик. Но, блин, я тебе уже 2 раунда слил. Мага, это изи. Я даже, ну понимаешь, хоть мне 0 скорость поставь, я просто на месте буду стоять тащить. Давай. Давай. Ты где? Ты где? Я знаю, где ты. Ты Нет, стоишь, ты где? Меня. Ты стоишь, ждешь меня. Ага. Эй, я фулл флэш! Бэ! Погоди. Бэ! Да, в смысле, я попал, мага? А. Бэ! Да, лёч! А может у тебя... Да, лёч! А может у тебя забаганный аккаунт какой-то? Алло. Что это такое? У тебя реально не регает? Алло, у меня наушники оторвались. Я попал по тебе, что за фигня? Да может, не... у тебя не регает? Какой не регает? Я что, на одноклассниках, блин, так, чтобы не так регало? Так это стендов 2, тут все что угодно может быть, Вань. Ты забыл? Это невозможно, я попал раза 3 в тебя, это блин, возможно, просто. Это возможно, это стендов 2, я тебе реально говорю. Погоди, ты где? Я тут, а ты где? О, здорово. Я все убью сейчас. Давай. Ой-ой-ой, смотри, в прыжке. Ой-ой-ой. Ладно. Смотри, в прыжке. Смотришь? Что? Я не понимаю, почему... Я что, разучился играть? Почему я не попадаю? Да блин, я не знаю, у тебя то не регает, то еще что-то... Не, Вань! Ну ты стал слабым, понятное дело. Ну как бы... Да какой слабым? Ты что? У меня почти глобал уже в звании. Посмотри, у меня ММР, да, 1900. Это невозможно. А что ты? Ну против нубиков играл, понимаешь? Дуэль это другое, Вань. Я не могу, у меня не ходит персонаж. Так ты это, скейборд возьми. Ты чё раз? У меня 3 хп! Не добивай меня только. Ты гонишь. Реально 3 хп. Ты где? Черепаха пик. Черепаха пик. Так, давай. Тихо. Как? Чё? Погоди, ты где? Я тут, а ты где? Ты где? Я не могу упасть. Отойди от меня! Не, я попал с ножа, это невозможно. Ну что это такое? Да, у тебя просто не... Когда смена сторон уже? Не вовремя зарегало просто. Вот сейчас смена сторон. У меня нет скинов, понимаешь? Мне нужна эта прокачка. Кстати, у меня скорость обычная будет. Какая обычная? Ну как за КТ сторону? А у меня? Хочешь сказать, у меня и там будет такая же скорость? И как играть? Ну надо затащить как-то. Если не затащишь, придется прокачивать меня. Ты бы знал, как я медленно ползу на приседе? Это вообще жесть, просто не двигаюсь как будто. А, ты что, в доме что ли? Нет, какой дом? Ты что, через мид обходишь, крыса? Какой мид? Ты где? Крысеныш. А что, на мид нельзя? Нет, конечно. А, ты не на миду кидала. Ты на лонгу. Какой лонг? Чекай ноускоп, смотришь? Ты чё? Ты тупоголовый! Изи, просто прострелил. Я думал, говорю, это оружие работает на 100% всегда. Я так, смена сторон. Я думал, ты М40. Момент истины, мага. Если я сейчас буду опять ползти как черепаха, то переснимаем, это не считается. Ну, скорее всего, ты будешь ползти как черепаха. Блин, я же сейчас в этих условиях буду играть как... Ой-ой-ой, я не хочу быть черепахой. Ну-ка. Ну типа с ножиком? Нет. Изи! Что? Как? Как ты подкрался туда? Я думал, ты еще на спавне. Как ты быстро прошел? Я в условиях учился играть. Погоди, ты что? Ну я со старта. У тебя нормальная скорость? Это невозможно. Как ты меня выиграл? Погоди. Мы же до 10 раундов, да, играем? Да, да, да. Что, через лонг решил пойти, да? Да. Ну мне в голову изи попасть. Сюда, сюда. Да ты тупоголовый, выброси! Че выброси, мага? Че ты с глоком-то бегаешь?
Ой-ой-ой, просто сейчас... Все, начинается, выброси. Начинается тотальное. А, да хорошо, сейчас выброшу. Так. Ладно, хорошо, я беру... Покупаем все, что можно, и просто начинается легендарный пуш. Если ты не понял, знаешь что, Вань? Тут урон регает только в голову. Я понял. Что это такое? Что это такое? А, я не могу подбежать, эмку твою! Ну ты тренировался, скажи, что ты тренировался, блин. Конечно, я тренировался. Ну слушай, 740 мне интересно. А ты даже не знал, что такое будет. Чтобы вы понимали, я ему сказал, что будет обычная дуэль, и он не знал вообще ничего. Так, ты где? Куда ты побежал? Я сзади. Да ты выброси, дигл тупоголовый! Не регает. Это специально. Не регает. Да ну, я пока выбегу этот прыжок сделать, Вера, у меня 2 часа уходит на него. Все, Мага, готовься против М40 играть легендарного. Готовься против Авика моего играть легендарного. Короче, если я выигрываю, отдаешь мне эту М40 просто сразу. Не-не-не-не-не, я тебе делаю именно прокачку. Прокачку, на 100 голды? Не, на 100 голды я никогда прокачку не делал. А гранаты дамажат? Да, конечно. Ты чё, тупой? Я попал? Да. Черепаха пик. Ноу! Вот это просто скорость пика. Ты понимал, ты у меня за секунду просто. Ты у меня только появился, и я умер. Конечно, это все, кто играет против меня, видят такое постоянно. Не знаю, есть смысл коллаж брать? Да нет смысла, я думаю. Ну там все равно фигня. Ну блин, так тяжело играть! Я теперь понял тебя. А, тяжело играть! Да. Здорово. Куда убежал? А че ты меня бачишь? Ой, перезарядка. Дай, на префайре! Реально преф, он дает... Что за фигня, Мага? Один раунд остался. Я не понимаю, откуда у тебя деньги? Я же тебя выигрываю. Я без армора, я без армора купил. А, ну да, зачем тебе армор? Вообще, в принципе. Ну да, зачем армор, когда урон только в голову с иглы. Сейчас бы допрыгнул, я как зайчик прыгаю, чтобы ты понимал. Ты куда? Я занял. Ты чё? Ты понимаешь? У меня в голове то, что ты передвигаешься так же, как и я думаю, что ты опять вернешься, а ты за секунду меня обходишь. Я придумал кое-какую фишку, ребят. Блин, ребят, поставьте лайки за такую легендарную дуэль, пожалуйста. Я просто себя гранату взорвал. Лох. Как тебе такая фишка? Лох не мама, глох не будет. Ты чё, дигл взял? Я пулемет! Ты был фреш. Я пулемет взял на последние бабки! Я думал, ты уже отчаялся и дигл взял. Я пулемет взял. Какой дигл тупоголовый? Я взял пулемет на последние бабки. Да блин, 8-9, не один раунд! Один раунд. Все, Мага, все. Это. Я же говорил, будет легендарный камбэк. Один раунд, и я не должен буду прокачку тебе. Ты чё, бесстрашный? Ты чё, М40 взял? Да, так, а мне нечего взять! Прям пуля над головой была! Мага, все, ты ощущаешь, вот как я играл первую половину? А как ты смотришь на то, чтобы я взял дигл и тебе вон тапик поставил? Я тебе сейчас дам дигл, тупоголовый. Если ты его сделаешь, если ты возьмешь дигл, я тебе не делаю прокачку, если даже проиграю. Все, я предупредил. Ладно, не буду брать дигл. Ну, я вообще с диглом не играю. Дигл на тупоголовых, согласен? Он очень сильно портит экономику игры. Да ты, то придурок! Я ждал 10 секунд, пока ты... ТОПОГОЛОВАЙ! Вот это я понимаю завершение дуэльки, просто... Я вспотел. Так, Мага, ну получается с тебя легендарная прокачка. Как раз у меня нету скинов, я бы не отказался. Как тебе, вот, ну, дуэль? Прикольно даже так? Потеешь, да. Потеешь за прокачку, так сказать, на легендарную дуэль. Смотри, за вынос магии, как говорится. Что ты хочешь купить? Смотри, у нас вышла новая коллекция недавно, и там есть прикольный М9, и под него перчатки можно взять с прошлой коллекции. Да, не так, хочешь? Ножи и перчатки. Да. Смотри. Так, еще. Вот я давно хотел. М9. Да, я давно хотел этот М9, покупаем. Кстати, у меня его нету, чтобы ты понимал. Блин, ну он красиво выглядит, реально. Подожди, там кто-то отменил. Покупай быстрее. По скидочке урвали. Сюда. Сколько у нас голды остается? 5000 почти. Так, давай перчатки фиолетовые возьмем. Ух, нифига себе, ты что за керыч. Так, давай подножек надо вот эти. Да, вот эти самые сочные. Да, красиво, такие, сочетаются хорошо. Боксерские чисто. Сколько голды? 3000, да? 3000, да. Давайте авик тогда еще возьмем. Давай, я как раз тащу с авика.
как ты блин, понял. Было бы тысяч два, блин, М40 монстр раньше за такую голду мы могли бы сейчас М40 монстр взять. Сейчас М40 монстр вообще 14 тысяч. Да ладно, я без скина как профессионал играю на М40. Так, я помню, у меня был вот такой авик, поэтому я думаю... Авик спорт хочешь? Да, о, нифига себе. Нет, эти наклейки отдельно можно купить. Мне кажется, они дорогие, нет? Ну, я не знаю, честно. Я... Вот, В2 прикольно смотрится. Давай В2. Блин, ну они переливаются, смотри, они синие, типа, тут становятся. Так это при осмотре оружия будет. Да? Вот эти кипцоны вообще 20 миллионов стоят. И В2 тоже недорогие. Ну, В2, да, прикольно, давай покажи, В2. Самый дешевый покажи. Ну тут фигня, видишь? Ну да, да, бери В2, бери В2, офигеть. Все, найс, урвали просто. Сет чисто киберспортсмена. Смотри, сколько голды ровно прям осталось. 4 единицы? Да. Давай напоследочек кейсы. 5-6 штук кейсов и оставшуюся голду оставишь себе там. Давай, давай, давай. Так, какие кейсы? Я думаю, может... Так, какие кейсы открывать вообще? Фейбл? Все, кроме Скорпиона. Все, кроме Скорпиона. Давай, сколько? 3 фейбл. И 2 новых давай. Что думаешь? Давай, давай. Давай, 2 новых. Так. Что, Вань, как тебе дуэлька? Ну, если бы ты меня не обманул вначале, я думал, просто у меня комп лагает. Что? Что это такое? Мага, что за фигня? Не понял. Так еще выпади, что. Что-то меня стендов троллит. Пожалуйста, давай бабочку. Потом я. А, просто сливай дигу. Нет. Я против дигла. Так. О, стой! Отлично! Говно! Что за трек? Там он говно. Ты что, гонишь? Это имба. Ну-ка, сколько стоит? Так он еще и кейсы купил, вообще. Кайф. Он купил, но все равно говно. Да иди ты нафиг, мага, ты просто не разбираешься. Она как тебя батит жестко, ой. Слышь, я за 5 кейсов столько аркан увидел, сколько я в жизни не видел вообще. Давай, бабочку напоследок. О, диглет, сюда, сюда. Я тебе дам же сюда, алло. Так, ладно, ставлю обратно свой легендарный дигл. Ну все получается. Нет, смотри, как инвентарь преобразился. Ну, конечно, сразу стал нормальным. Сразу видно с нами тренером видео. Ну а вам, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вам такой ролик понравился. Также ссылочка на Салиса будет в описании, ребятки, можете на него тоже подписаться. Но если он не будет играть с диглом, конечно. Также, ребятки, переходите вот на этот вот ролик, который у вас сейчас высветился. И не забывайте залетать на GG, мать его, стендов. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока, кайф дома, всем пока.